Всем привет, Анатолий Сергеевич заказал колонку ОМС МР-106 из города Саратов. Это предпродажная проверка. Также колонки он дозаказал две флешки на 32 и на 64 гигабайта для того, чтобы отправка была бесплатная в город Саратов. Отправляем деловыми линиями за свой счет. Любая покупка 10 тысяч в России едет за наш счет бесплатно. Так, сейчас распакуем, посмотрим, что внутри идет в комплекте. В комплекте идет два беспроводных радиомикрофона, сетевое зарядное устройство, пульт дистанционного управления, кабель AUX, инструкция. Вот такая вот колонка. Сейчас ее проверим, послушаем. Хорошее чистое звучание. Проверим радиомикрофон. Синий. Раз, два, три. Микрофон работает. Оранжевый микрофон. Раз, работает. Проверим пульт дистанционного управления. Убавляем, прибавляем громкость. Громкость, треки. У этой колонки идет два радиомикрофона, пульт дистанционного управления, AUX в комплекте, это вначале все говорил. Спереди все управление, есть пятиполосный эквалайзер, два входа для проводных микрофонов, отдельная регулировка громкости, отдельная регулировка громкости микрофонов. И внизу управление микрофонами: бас, дилей, эхо, громкость гитары и отдельный вход под AUX, 3,5 джек. Сзади две антенны, одна для FM, другая для радиомикрофонов. Также есть крокодильчики на 12 вольт. Разъем под питание 220 вольт, включение подсветки. Три индикатора заряда, разряда и зарядки колонки и AUX двухканальный вход. Так вот, все собрал, упаковал, и вот еще две флешки сверху кладу в упаковку. Они тут не помнут, тут высокие.